нас тут красота. Пойдем гулять. Самое время пройтись в магазин. Только детских магазинов. Вот этот очень классный. Там еще есть, смотрите, здесь просто счастье для детей. Чтобы вы понимали, даже я увидела и сказала: вау, мир Барби, я бы сошла с ума в детстве. Такой бренд нашла, стильный. Ну, такой, у него очень много похоже на Брунелло Кучинелли или Фабиано Филиппи. Ну, такой интересный магазин, сейчас посмотрим. Таким у меня глаз алмаз, смотрите, это и есть Фабиано Филиппи. Все-таки вот насмотренность, конечно, да. Ну вот кто любит, собственно, Брунелло Кучинелли, вам сюда. Я выбрала себе отличные брюки, пошла найду обувь. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись. Я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стал. Девочки ролят, девочки едут, девчонки тусуют. Девочки ролят, девочки ролят, по жизни кайфуют. Девочки такие девочки, девочки такие девочки, девочки ролят. Моя всю любовь тебе до донышка я.
нас тут красота. Пойдем гулять. У нас шторм такой. Моему ДНК. Здесь так удобно. По всем вообще направлениям, которые я сдавала. Вот есть расшифровки, рекомендации. Привет, конфетка. Давай быстрей. Здрасте. Ильяна увидится. Ну что, я побежала? Я тебя люблю. Что-то привезти, напиши. Последний сплетен, я думаю, вы все знаете, группа из две Маши, и эта группа перестала существовать, но это, кстати, можете посмотреть у Антона С. Ну, а Маша Шейх с Евой Власов выпустили новый трек, называется «Тихая гавань». Можете послушать, и вообще все ссылки здесь. Большие берега, музыка души, дыши, здесь чистая вода. Тихая гавань, чистая вода, тембром своим залечить бы твои раны. Мы доплывем к большим берегам, мы доплывем, ведь ты мне обещал. Hi, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome aboard flight TS-1987. Clear blue skies ahead, so you're in for a smooth ride. Please travel safely and enjoy your flight. Я прилетела, но у меня почему-то здесь нет бесплатного Wi-Fi, у меня не заработал телефон, мне помог молодой человек все это сделать. Сейчас я жду своего водителя. Так, ну что? Ну красота какая! Интересно, а есть холодное шампанское? Будете кофе, будете какао с чаем. Поехали! Так, пока еду, расскажу вам обстановку на таможне. В общем, все спокойно, очень много, да, выезжает мужчин с семьями, и все. Развернули только одного человека. Все остальное в спокойном режиме. Ну что, я приехала. Любимое местечко Саши. Узнали это место? У моей сестры день рождения, и я сделала ей сюрприз. Мало того, что прилетела, и все вот так вот. Да как раз рум-тур вам. Это любимая, вообще любимый отель моей дочери. Здесь все так стилизовано. В общем, вот такая красота. Как встречают, да? Отдала, чтобы мне погладили вещи, в общем, собираюсь, сделала уже макияж. Смотрите, как все оформлено, и даже детальчики. Тан-тан-тан. А еще у меня есть PlayStation! Кто-то завтра будет рубиться в PlayStation. Ну, конечно, мою любимую пахлаву принесли, фруктики. Простите, не удержалась я. Это тоже вкусно.
блин, как классно, просто они сделали это за 10 минут. Супер сервис. Чтобы вы понимали, я самая ответственная, видимо, женщина. Во-первых, я самая последняя прилетела и самая первая пришла в ресторан. Сижу, жду. Яну. Сестра идет. Смотрите. Вон она. Я как истинный блогер должна... Привет! С днем рождения и привет! Главное, интересные такие штуки везде стоят, типа осторожно. Ну, естественно, джим. Чтобы вы понимали, я даже не могу сегодня выйти из номера, у меня нет сил. Я погуляла. Та-дам! Вредняшка. О, какая вкусная штука. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось?